Одесский областной совет собрался на внеочередную сессию. Депутаты приняли несколько хозяйственных решений. Среди них обращение к центральной власти с предложением продолжить таможенный эксперимент по финансированию ремонта дорог и предоставление льготы подшефной Геннадию Труханову Федерации тайландского бокса. Внеочередная сессия состоялась по инициативе губернатора. До конца года надо было успеть обеспечить государственное финансирование ремонта дорог. Решением Кабинета министров экспериментальная программа перечисления половины доходов таможни на эти цели с нового года отменена. Звернення Одеської обласної ради до прем'єр-міністра України Гройсмана, голови Верховної Ради України Парубія та міністра фінансів України Денюлюка щодо продовження дій митного експерименту до 01 січня 2020 року. При обсуждении проекта решения о внесении изменений в бюджет нынешнего года возник вопрос о финансировании противопожарных мероприятий. После пожара в лагере «Виктория» государственная служба по чрезвычайным ситуациям провела массовые проверки детских и лечебных учреждений. Множество из них оказались под угрозой закрытия. Этим питанням не займалися останні 20 років. Я повинен констатувати, що попередньо по розрахункам для того, щоб зробити сучасну протипожежну безпеку всіх без виключення закладах, не тільки комунальних, а будь-яких соціальних закладах, нам потрібно не менше 700 мільйонів гривень. На минулому тижні я підписав наші пропозиції на Кабінет міністрів. Ми розробили законопроект, як ми це бачимо щодо вирішення цієї проблеми глобально. Бюджетное финансирование мер противопожарной безопасности требует точных расчетов и, следовательно, времени. Для начала нужно составить проектно-сметную документацию. В якоїсь установі це може бути 200 тисяч гривень, десь це може бути і 1,5 мільйона гривень. Тому на сьогодні ведеться ця робота, воно буде враховано, вже враховано в проєкті рішення про бюджет на 18-й рік. І всі ці заходи будуть розпочати з початку бюджетного 2018 року. Без обсуждения сессия утвердила проект решения о предоставлении льготы по арендной плате Украинской Федерации тайландского бокса «Муэйтай». Как известно, эту организацию опекает Геннадий Труханов. Там обучают боевому искусству близких мэра людей. В то же время депутаты отказались поддержать обращение главам районных советов и городским головам об увековечении памяти Амины Акуевой. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».